ну, Мурадов, ну, типа, приехал, типа, показать институт устроил, потому что никто не хотел ехать вперед дальше. Ну, родные не хотели вести своих пацанов на смерть. Ну, и сами парни были не готовы, и все, тут он вчера родных разъебал, блядь, показательно их там раздел, нахуй, руки связал, блядь, они все из карманов укладывали, нахуй, связал руки, нахуй, все, и в этот, нахуй, пазик им загрузил, и все, увезли. А он не ФСБшник, никого, он и сам был, а? Да, конечно, он, и он сам был. Да никого ничего не будет, в один сукосе, там, уже все, ну, как, уже все известно. Чем все известно? Ну да, у нас же и были такие изначально, которые отказывались, и они уехали. Сейчас в отпуске, пацаны, на 60 суток. Где? В отпуске. Ну вы пока сидите, типа ждете, да? Да.